Здравствуйте. Как известно, художник никому ничего не должен, зато все должны художнику. Руководствуясь этой замечательной формулой и следуя естественному спросу, мы решили отвлечься на время от бесполезных и мало кому нужных лекций о социализме и поговорить о более существенных и насущных вещах – метафизике и бабках. Итак, сегодня у нас первый и уникальный видеокурс по фандрейзингу в современном искусстве. В этом курсе мы затронем 4 аспекта, которые будут способствовать наиболее успешному и продуктивному развитию ваших карьер, а также, соответственно, и в первую очередь, всего искусства нашего замечательного региона с помощью грантовых средств. Итак, мы рассмотрим темы, которые востребованы и наиболее популярны, деятельность, которая наиболее популярна, также очень важный практический вопрос бюджета, ну и как совместить, так сказать, приятное с полезным. Ну что ж, начнем с темы. Любая проектная заявка в области современного искусства в нашем регионе должна содержать ряд тегов. И первый и самый главный тег – это Центральная Азия, страна шелкового пути. Следующий очень важный момент – это то, что Средняя Азия – это регион, в котором встречаются великие культуры Востока и Запада. Если же вы хотите представить себя, скажем так, более интеллектуально, то рекомендуется слова «Восток» и «Запад» заменить на «Ориент» и «Оксидент». Очень важным кажется в заявке применить метод «нейм-дроппинга», то есть использовать ряд известных и востребованных имен крупных, желательно французских философов-теоретиков. Повторяю по буквам. Деррида, Ролан Барт, Мишель Фуко. Для особо продвинутых можно использовать Хайдеггера. Бюджет. Как известно, бюджета много не бывает. Поэтому не стесняйтесь. Просите столько, сколько хотите. Можно попросить, например, 300 тысяч долларов или евро. Все равно вам никто не даст, но кто знает, может случиться, что и дадут. Обязательно в бюджете нужно указать гонорар, потому что художник без гонорара – это не художник. Потому что художник, получающий гонорар, это политизированный художник. Художник, который борется за свои права, права художников. Буквально в смертельной схватке с кураторами и спонсорами. Если и есть смысл политической борьбы художника, то только в одном. В том, чтобы получить таки гонорар. Поэтому указывайте обязательно себе гонорар. И не стесняйтесь, и не чувствуйте своей никакой интеллигентской, так сказать, вины по поводу гонорара. Потому что чем больше гонорар у художника, тем лучше развивается искусство в нашем регионе. Художник, который не печется о своем гонораре, это художник, который не печется о развитии современного искусства в нашем регионе. И последний, очень важный момент, связанный с получением грантов. Как известно, художники в нашем регионе – люди крайне бедные, покинутые всеми и бизнесом, и государством, не имеющие возможности выставляться, и уж откуда у наших бедных художников средства на туристический отдых, столь важный и необходимый современному человеку. Именно поэтому, щедрые налогоплательщики зарубежных стран
предусмотрели такую опцию, как поездки на зарубежные выставки и резиденции, как форму развития современного искусства в нашем регионе. Именно поэтому очень важно в проектной заявке указать поездку за рубеж. Самыми востребованными поездками за рубеж являются поездки на биеннале. Биеннале, как правило, проходят в высокий сезон, в летние месяцы. Отдохнуть в сезон два раза на Венецианской биеннале в июне и Стамбульской в бархатный сезон считается особым шиком и вершиной художественной карьеры. Однако подобный сезон выпадает не всегда. На этот случай художников нашего региона всегда есть запасной аэродром Иссык-Куль. На Иссык-Куле можно полениться на пляже или оценить биоразнообразие этилового спирта в юрте. Этот отдых, конечно, менее престижный, нежели посещение биеннале, но тоже вполне востребован и желаем нашими художниками. Мы надеемся, что наш видеокурс окажется для вас полезным и будет востребован всеми художниками нашего региона. Мы будем рады вашим пожеланиям и комментариям, которые в последующем помогут сделать наши... Которые помогут сделать нам наши последующие видеокурсы и публичную программу более адекватной вашим желаниям и потребностям. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Что, думаешь, нормально или не очень? Нормально.